Мне снился сон. Я во сне свободен был от дел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ, но столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.